Эй, батушка, включи музыку. Включаю. Yeah! Это круто! Домовые помогают людям сохранить мир и гармонию в доме. Но я никак взял! Нет, спасите, помогите! Нет людишек, нет проблем. Почти приехали. Дорогой, а это точно тот дом? А? Что, опять? Да вы издеваетесь. Подожди, я сказала... Ты что, меня видишь? Потому что у меня есть кусочек твоего меха. Феник, с новыми жильцами удалось поладить? Че, такие же противные? Как и 20 предыдущих! Я был нормальным домовым, пока этот дом не стали сдавать в аренду! Банки, бабки с попугаями! Если домик разрушится, то и домовой исчезнет! Тебе нужно научиться контролировать свой гнев. Никакого гнева! Абсолютно! Злоумышленники устроили извержение попкорнового вулкана. Это только начало. Ты можешь помочь мне поймать преступника. Я предлагаю тебе настоящее приключение. По рукам? По лапам. Ничего не найдешь. Мы зря тратим мое время. Можешь разнюхать след? Разнюхать? И зачем я на все это согласился? Нюхай, нюхай! Сейчас налево! Мы никогда не найдем этот фургон. Все кончено. Обернись! Ну вот, я так и знал. Дедуктивный метод – это мое! Шоу начинается! И что теперь? Спасать Кристину? Спасать город? Или спасать себя? А ну, отпустите моего человека! Только отважная девочка и первый в мире сыщик домовой могут спасти город! Надо объединяться! А вот и мой выход! Пойдем, Ватсон!